Михаил Ломоносов. Презрение сует. Я думал усмотреть, чем разумом творенье постигнуто меж звезд летучих в тяготенье, и ежели оно стремится к центру сил, положен ли предел движения светил. И понял, притворит свой промысл Вседержитель, коль в божеской руке вселенная обитель в тугие головы прольет науки свет и усугубит дар презрением сует.